Ищем большую картинку по маленькой картинке. Прислали картинку. Я ее сохранил на рабочий стол. Ну, вот такая картинка, маленькая совсем. Она занимает 4 килобайта всего и 225 на 225 пикселей сторона. Это очень маленькая. На сайте такую не разместить. Поэтому наша задача найти эту картинку, но большего размера. Для этого перетаскиваем на открытое окно браузера. Вот так она открывается в браузере. Правой кнопкой мыши нажимаем. Здесь есть вот такая опция «Найти картинку Google». Здесь нам предлагаются все размеры, маленькие, средние. Ну, возьмем все размеры. И вот что он нашел. Вот маленькие совсем, больше. Здесь мы видим с каким-то логотипом. Нам он не нужен. Ну, то есть мы можем любую из этих. Нажимаем на картинку, и отсюда уже мы можем ее сохранять, куда нам надо, и использовать. Зачем это еще бывает нужно? Ну, мы через эту картинку можем выйти на страницу, где размещена эта картинка. Таким образом, мы можем найти автора, например. Такое было. Была задача найти картинку маленькую, нашли в интернете, и нужно было купить авторские права для ее использования. Ну вот, искали долго, звонили на сайт разными путями. А вот таким поиском все нашли за 5 минут, оказался французский художник, с удовольствием продал права на использование. Спасибо за внимание.